Любому хозяину интересно, что же делает его питомец, оставшись дома один. Не грызет ли мебель, не отрывает ли обои. Мы купили вот такую игрушку, и в принципе рекомендую и вам приобрести. Обычная такая вот пластиковая груша, мягкая, очень похожа на резиновую с трещинками. Туда засыпаешь горсточку корма, и если эту игрушку сжать, в принципе собачка может сжать ее зубами, то корм, несколько штучек, попадает. Тоби приспособился не сжимать ее, а вот так вот катать. И так как таблеточки такой плоской формы, то они иногда сами выпадают в результате катания. И самое интересное, что ему абсолютно не надоедает это делать. Вот смотрите, сколько я снимаю, человек бы устал уже и бросил это безобразие. А Тоби знает, что в конце концов вкусняшка выпадет из игрушки. Вот смотрите, сейчас я вам специально обведу кружочком, когда она выпадет, чтобы вы понимали, что это за корм. И как ему не надоедает, не знаю. Лапкой поправляет. Вот она выпала. Вот смотрите. Все, съел и пошел дальше. Не забудьте подписаться. Иногда выкладывают что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.